Всем привет. Самый большой привет Володе Романову, Сан Санычу Павликову. Плох тот солдат, кто не мечтает стать генералом. Поэтому вашему вниманию предоставляю 400-ку. Вот она шляпа. А вот оно острие. 400 миллиметров в полной длине. Ну вот, как бы, наверное, к этому будете и стремиться. Сломать 400-ку в полной длине. А я постараюсь вам сейчас сказать, что это будет по усилию, какова нагрузка. Сейчас мы серединку посмотрим, где у нас. Вот она, двадцаточка, 20. Не работает. Значит, отметим для себя и попробуем узнать, что же за нагрузка у нас на полном 400-м гвозде. Сейчас быстренько отметим, где у нас середина. Так, серединку отметили. Вот она у нас. Ага. Включаем. Буду вам рассказывать, какие там параметры у него. Все, натяг пошел. Натяг пошел. Двадцать семь килограмм. 36. 46. 49. 62, 68, 71, 72, 73,5, 74, 74,6, 75, 75,3, 76. Вот 76 килограмм, 76, ну, градусов 25 есть. 77,5, 77,9, 78,2, 79. 76,7. 30 градусов. 76,7. Ну, как бы даже чуть-чуть можно подтянуть. 79. Вот, 79,6. 79,6. Те самые 30 градусов. 79,6. Отпускаем. Отдача мала, она есть, но она не столь значительна, но длина огромная, поэтому тут получается на длине она еще сильно очень играет. 79,6, ребят. Так что сейчас я быстренько раскручу. Вы понимаете теперь, значит, полная длина 400-го гвоздя 79 килограмм, 80 килограмм,
Это полная длина. Вот такой красавец. Вот такой красавец. Все та же аптека. Точность. Вежливость королей, 30 градусов, 400-й гвоздь в полной длине. Ребята, удачи вам, 79 килограмм, надо побороться, пока.